Всем, кто проснулся, доброе утро. На телеканале «Видное ТВ» очередной выпуск утренней зарядки. Я Леонид Щукин. И сегодня зарядиться хорошим настроением нам поможет инструктор фитнес-центра «Прайд» Светлана. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, какой вид зарядки вы нам предложите сегодня? Сегодня нас ждет комплекс оздоровительной зарядки для шеи. Отлично. Ну, с шеей, наверное, проблемы у всех людей. Да, шеи испытывают проблемы практически все люди. Виной всему сидячий образ жизни, офисная работа, телефон, компьютер. А в чем главная особенность этого вида зарядки? Особенность этого вида зарядки – это медленное последовательное выполнение упражнений и правильное дыхание. Ну что ж, тогда набираем воздух в грудь и начинаем? Начинаем. Просыпайтесь вместе с нами. Доброе утро! Сегодня мы выполним комплекс зарядки для здоровой шеи. И начали. Ноги на ширине плеч, примерно на уровне тазовых костей. Все упражнения делаются таким образом, чтобы у нас обязательно плечи были опущены. Следите, пожалуйста, за этим. Дыхание ровное, все делаем медленно, спокойно. И вдох, выдох. Хорошо. И еще вдох, выдох, вдох. И тянемся наверх. Тянемся, тянемся, тянемся. Сохраняем баланс. Смотрим перед собой. Плечи опущены. Смотрим перед собой. Ручки в замочек. Вытягиваемся, как будто подпираем небо. Хорошо. Опускаемся. Молодцы. Следующее упражнение на разогрев плечевого пояса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, поднимаем плечи. Выдох. Выдох. И еще четыре. Кисти как будто бы упираются в пол. Хорошо. Теперь приступаем к упражнениям головы и шеи. Вдох. Выдох. В бок. Два. Три. Четыре. И еще. Шесть, семь, восемь. Подбородком тянемся к груди. Вдох и выдох. Не запрокидываем голову. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Вращение головой по горизонтальной плоскости. Раз. Два. Вдох. Выдох. Вытягиваем шею. Четыре. В другую. Вдох. Выдох. Я встану боком. Четыре. Хорошо. Рисуем подбородком восьмерку. Вдох. Выдох. Растягиваются боковые мышцы шеи, подбородок, груди. Вдох. Выдох. Делаем медленно, аккуратно. Три. Четыре. И еще. Два. Три. Четыре. Хорошо. Следующее упражнение – черепашка. Вдох, выдох. Черепашка из-под панциря. Два, три, четыре. Еще. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Вдох, выдох. И следующее упражнение –
Триконасана. Делаем это упражнение правильно. Стопа четко смотрит вперед, другая стопа примерно 45 градусов. Смотрим обязательно на свою ладонь, которая наверху. Раз, два, три, четыре. Хорошо, меняем. Смотрим на ладонь, которая наверху. Хорошо. Другая сторона. Вдох, выдох. Смотрим на ладонь. Это упражнение укрепляет мышцы шеи. Другая сторона. Хорошо. Молодцы. Глубокий вдох. Выдох. Ручки в замочек. И наклоняемся животом к бедрам. Аккуратно прогибаемся. Вдох. Круглая спина, ролл-ап. Выдох. Еще вдох. Выдох. И еще вдох. Выдох, круглая спина. Поднимаемся. Молодцы.